Последняя на сегодняшний день, уже четвертая отправка техники по Украине. Что у нас здесь? Здесь у нас полноприводный 244-й Синтай и заднеприводный Синтай 240 ТПКХ. Отличаются колесами, отличаются шириной и размером колес данные два трактора и, конечно же, наличием или отсутствием переднего привода. Трактора едут куда? Волынская область. Передай Волынской области привет. Волынская область, привет. Мог бы и не скромничать. Волынская, не видно. Волынская область, привет. О, и тут у нас самый дешевый идет 24-сильный бюджетник. Трехцилиндровый, четырехступенчатый коробка, полный привод, 385-й движок, грузы передние и задние, 9,5 на 24 резина. Гидравлика руля, гидроподъемник и вал отбора мощности, одна скоростной к нему идет. Вот такой вечер на мини-трактор Украина. Заказывайте товар, получайте доставку бесплатно по всей Украине и участвуйте в наших розыгрышах, участвуйте в нашем контенте. Всех будем рады видеть, благодарны каждому подписчику, каждому лайку, каждому просмотру. Почему? Потому что именно так понимаем мы, что двигаемся в правильном направлении и делаем для вас нужный контент. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь предложения, пишите в телеграм-канал, что бы вы хотели видеть, какие вы хотели бы видеть обзоры, что бы вы хотели, чтобы мы добавили, какие рубрики хотели бы, чтобы мы добавили на наш канал. Вот такие моменты. Тут еще встанут сколько тракторов? Еще один трактор здесь должен оказаться. А какой? ДТЗ вроде. Нету ДТЗ у нас в наличии. В общем, ему подготовили трактор. Он будет везти его по Украине. Доставлять на Волынскую. Да, Волынская область. Волынская область. По всей Волынской области мы ожидаем вот поставку этой техники. Волынская область, мини-трактор Украина вас очень любит, передает вам привет. Пусть данные трактора служат вам верой и правдой. Пусть обрабатывают землю, дают хороший, плотный, сильный, четкий урожай. А мы с вами, конечно же, прощаемся и встретимся скоро на канале мини-трактор Украина. Всем пока.